Здравствуйте! Это видео я решил посвятить такому древнему и в то же время современному предмету интерьера, как ширма. Многие века она оставалась практически неизменной и очень полезной. Зачем нужна ширма в современном интерьере? Расскажу вам я, Тарас Белик, киевский дизайнер интерьера квартир в современном стиле. Ширма – это мобильная конструкция, которая предназначена для того, чтобы что-то скрыть. За ней можно прятать все, что угодно. Рабочий беспорядок, место для переодевания, постель или даже некрасивые коммуникации на стене. Также ширма выполняет функцию зонирования помещения. Она лучше, чем любые стационарные перегородки, отделит зону для сна или отдыха, игровую зону, зону для приема пищи и тому подобное. Ширма может выполнять функцию шторы у панорамного окна. Плюс это отличный декоративный элемент, который позволяет оживить комнату, внести в нее оригинальность и стиль, подчеркнуть цветовое решение. Посмотрите мое портфолио по ссылке в описании. Ширма также может быть оборудована карманами и прорезями для всяких мелочей. Таким образом, вариантов для применения ширмы может быть множество. И то, какую ширму вы выберете, будет зависеть именно от того, как вы намерены ее использовать. Ведь на сегодня, помимо традиционного использования ширмы, существуют те, которые намерены только зонировать помещение или выполнять функцию декора. Ширмы бывают раскладные, напоминающие гармошку, одноэкранные и гибкие. Раскладные – это, как правило, рамы, на которых или внутри которых расположены экраны из текстиля, кожи, стекла или других материалов. Также бывают стеклянные и кованые раскладные ширмы. Одноэкранные ширмы не меняют свой размер. Они могут быть подвесными или оснащаться колесиками. Гибкие ширмы можно выставлять как вам угодно, а если в ней перестает быть необходимость, ее можно скатывать в рулон. Особенно актуальны ширмы для современных квартир-студий, а также для ванных комнат, где ими отделяют зону санузла. Поскольку ширма является важным декоративным элементом, она должна сочетаться с интерьером комнаты и усиливать производимое им впечатление. Поэтому, если вы решили украсить свой дом ширмой, выбирать ее нужно очень внимательно. И лучше всего воспользоваться помощью профессионального дизайнера. Оставьте свои данные по ссылке или позвоните нам, чтобы получить бесплатную консультацию на объекте. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и живите красиво!